Читатель душ людских, скажи нам, что прочел ты? Страницы юности, поэмы красоты. О нет, затасканы, истерты, темны, желты, в томах людской души несчетные листы. Я долго их читал и в разные наречия упорно проникал внимательной мечтой. Все думал в их строках нежданность подстеречья. Искал я тайны тайн за каждую чертой. Я родился чтецом, и призрачные строки полуослепший взор волнуют, как всегда. Я жажду островов, ищу, люблю намеки. Их мало, и горька в морях души вода. За днями странствий, усталый, истомленный, в книгохранилище случайное зайду. Перед чужой в душой встаю, как дух бессонный, и укоризненно беседы с ней веду. Зачем так бледны вы, несмелые стремления? Зачем так гордости в вас мало, сны людей? Я иногда хочу вам всем уничтожения во имя свежести нетронутых полей. Не потому ль, храня незримую обиду, природа вольная замыслила потоп, прияла гневный лик и стерла Атлантиду, чтоб все повторности нашли свой верный гроб. Нам быстрый час грозит, есть мера повторения, природа стережет и утро ждет от нас. Сожжемте ж прошлое, сплетем в венок мгновения, начнем свою весну, скорей, теперь, сейчас.